С вами Анна Трояна, значит, в эфире Афиша. Незаметно пролетела неделя, на носу выходные, и я точно знаю, как их провести. Готовьте пледики и вкусняшки, вас ждут интересные знакомства. Что такое активное долголетие, знаете? Движение – это жизнь, я напоминаю, мои взрослые друзья. Поэтому пора оторваться от своих диванов и направиться в люберецкие парки. 3 октября стартует оздоровительный проект. Скандинавской ходьбой займемся под руководством профессионалов. Нам они покажут, как задействовать 90% мышц. Приходите в Центральный парк в четверг и в субботу на Наташинские пруды. Научим вас жить здорово! Уже октябрь на дворе. Близится добрый праздник – День учителя. Я предлагаю поздравить педагогов нетипично. Букеты и конфеты подарят и без вас. За идеями оригинальных подарков приходите в «Орбиту» на праздничный мастер-класс. Цветочные открытки научимся делать, но очень красиво. Подарок, сделанный своими руками – гарантия успеха. Кроме полученных навыков, обещаю положительные эмоции. А что еще нужно осенью? Не так ли? Приходите! Все неравнодушные и добрые сердца приглашаю в люберецкие парки в субботу. Благотворительная акция «Дорога домой» специально, чтобы помочь животным из приюта. И даже если вы не готовы взять себе хвостатого друга, не беда. Вы сможете их порадовать кормом, ошейником, игрушками или просто миской. Специально для гостей устроят мастер-классы и благотворительную ярмарку. Усатые, хвостатые и полосатые возвращаются в «Орбиту». Здесь вы тоже сможете взять себе питомца. Весь воскресный день взрослые коты и маленькие котики будут ждать именно тебя, своего хозяина. Пушистики ищут дом и мечтают попасть в добрые руки. Живые антидепрессанты уже привиты и стерилизованы. Приходи познакомиться. Кто знает, может, эта встреча перевернет вашу жизнь. Это все, что я успела вам рассказать. Помните, ваша улыбка способна кого-то согреть. Поэтому улыбайтесь, не стесняйтесь и проводите выходные активно. С вами была Анна Троян. Пока-пока!